Сеньор Дори, на моем месте вы бы поверили в заговор неведомых злодеев. Я рассказал вам все, что знаю. Что еще вам нужно? Вот что. Я работаю 30 лет и делю клиентов на две категории. Первые сотрудничают и не сопротивляются, даже если нужно выйти из зоны комфорта. А вторые считают себя умнее всех и хотят, чтобы я их выгораживала и отбеливала. Вы из вторых. Позвольте, я кое-что проясню. Спасения без страданий не бывает. К тому же я умнее, чем вы думаете. Что за свидетель есть у обвинения, не догадываетесь? Мы потратили впустую 10 минут. Учтите, я не буду переспрашивать. Отвечайте, кто мог ждать вас в номере? Если хотите это узнать, если хотите, чтобы я помогла вам выиграть дело, не вздумайте врать.